Витя Зево. Сегодня у нас, дорогие друзья, на обзоре посмотрим актуальные цены на размещение, столовые, фрукты, овощи, а также я вам покажу вот такой вот великолепный чистый пляж, ну и обзор всех пляжей Витязева, где чистое море, а также полетаем над дюнами. Итак, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем с вами обзорчик. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас в поселке Витязева. Это район города-курорта Анапа, и сегодня мы с вами посмотрим гостевой дом на Понтийской 10. Называется он «Ривьера». Здесь у ребят есть свой минивэн, на котором вас могут встретить с вокзала. Также здесь очень большая парковка, на которой вы можете разместиться. Посмотрим саму территорию гостевого дома. Она очень уютная. И есть здесь бассейн, небольшие детские игрушки, место для отдыха. Бассейн такой довольно-таки большой, хоть и каркасный. В нем же мои подписчики сегодня с утра тут плавали. Есть мангальная зона и вот такая вот еще зона отдыха. Можно посидеть в тенечке и посушить свои вещи. В гостевом доме имеется своя кухня. Опускаемся в цокольный этаж. Здесь есть несколько столов и сама кухня вот с таким вот набором посуды. Плитка, есть также микроволновая печь. То есть очень удобно, если вдруг вы хотите приготовить себе еду сами. Давайте посмотрим номера. Здесь отдыхают мои подписчики. Сейчас мы с вами посмотрим их номер. Здравствуйте. Как вас зовут? Зарина. И ваша дочь? Лиза. Лиза, откуда вы к нам приехали? Из Северной Осетии, города Ардон. А как вам номер? Номер нам понравился. Когда заходите, запах очень чистый, что мне было немаловажно. Номер чистый, мебель прям вот все аккуратненько укомплектована. Понял, спасибо большое. Номер укомплектован: двухспальная кровать, прикроватная тумбочка, стол, телевизор, стул, зеркало. Есть два раскладывающихся кресла, то есть ребята здесь поместятся очень хорошо. Есть место для хранения, сплит-система. И из этого номера выходят окна сюда во двор на бассейн. То есть можно смотреть за своими детками, как они там играют и развлекаются. Есть еще один столик, холодильник и своя кухня. Укомплектована чайником, микроволновой печью, стулем и столом. Ковачков не будем, потому что ребята здесь заехали, и вот они попросили, давайте снимем наш номер, покажем, как мы будем отдыхать. В конце будет от них отзыв. Стоимость этого номера 4500 рублей в сутки. Если вы приезжаете, попадаете на какие-то окна, позвоните хозяйке, она вам может сделать скидку. Это вход в номер, а санузел находится вот здесь вот через коридор. А можно сказать, что наоборот все очень даже удобно. Посмотрите, ведь санузел очень большой, со своей такой вот ванной в виде джакузи. Есть туалет, раковина и зеркало. То есть здесь место очень много. Мы поднялись на второй этаж, и смотрите, здесь все три двери относятся как бы к одному номеру. В основном их издают совместно. Его можно будет снять на 5 человек, если надо, добавят дополнительные места. Это у нас трехместное размещение. Здесь вот такое вот кресло раскладывающееся. Есть двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, холодильник, телевизор, зеркало и место для хранения. Также есть свой балкон с видом во двор. Есть стульчик, вышли и получаете солнечные лучи, особенно в первой половине дня. Вот так вот выглядит место для хранения. Сплит-система также имеется. Это двухместный номер. С левой стороны есть место для хранения, холодильник, стол, стул, зеркало и сплит-система. Также есть телевизор и вот такая вот большущая двухспальная кровать. В номере есть также свой балкон. Ходит наперед, то есть получается один балкончик и второй. И вид во двор. Место для хранения выглядит вот так. А это санузел на два номера. Здесь есть раковина, зеркало, туалет и душевая зона. Снять этот номер вы можете за 4500 сразу на 5. Очень удобно, приехав сюда большой семьей. Также возможно доставить дополнительные места. Посмотрим номер. Размещение от 2 до 4 человек. Здесь есть кресло, двухспальная кровать, холодильник, телевизор, столик, стул, зеркало, сплит-система, место для хранения, прикроватная тумбочка. То есть все, что вам может понадобиться. Также сюда можно добавить еще одну кровать. Санузел, наполнение, туалет, душевая, раковина и зеркало. Место для хранения выглядит вот так. Стартовая цена 2500 этого номера. Если вы приедете вчетвером, то 3000. Цокольный этаж. Здесь есть двухместный номер. Возможностью допа. В нем имеется стол, зеркало, телевизор, холодильник, место для хранения, прикроватная тумбочка, свой санузел. Наполнение санузла – это душевая, унитаз, раковина и зеркало. Стоимость этого номера 1800 на двоих. Если с допом, то 2000 рублей. Также цокольный этаж.
этаж, смотрим с вами трехместный номер. Двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, кресло раскладывающееся, есть место для хранения, есть холодильник, телевизор, стол, стул, зеркало, сплит-система и также свой санузел. Санузел наполнения унитаз, душевая, раковина и зеркало. Стоимость этого номера на троих 2000 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Зарина. Откуда вы к нам приехали? Мы приехали из Северной Осетии, города Ордона. Ну, Северной Осетии, все огромнейший привет. А, как вам здесь отдыхается? Очень хорошо. Мы приехали сегодня утром, нас встретили очень радушно, как будто мы у них жили все это время, действительно. Нам пока нравится. Первый день, впечатление на все 100. Главное, что погода не подводила, а да. Все остальное, я уверен, что будет хорошо, потому что все, как я и показывал в прошлом обзоре, все тут так и должно быть. Вы уже отдыхали у нас в Витязево? Да, отдыхали мы. Вообще, как у вас впечатление в прошлом поселке? Ну, понравилось, мы поэтому и вернулись сюда. Песчаные пляжи понравились наши? Да. Водоросли не напугали? Ну, не особо, мы так искали место получше, но понравилось нам все равно Витязево. Понял. Может быть, кому-то привет? Ну, привет городу Ордон, всем, кто меня узнал, нашей третьей школе, всему коллективу, всем деткам, моей подруге Таисе Геннадьевне и всем близким, кто меня знает и кто не знает. Всем привет. Хорошего вам отдыха. Спасибо большое. От этого гостевого дома мы с вами отправляемся на пляж. Выходим сюда направо на улицу Жемчужина. Здесь с правой стороны есть столовая. Я уже в этом году много раз показывал, еще ни одного плохого отзыва не поймал. Можете увидеть цены. Прям при входе написано, не надо заходить даже. Посмотрели, понравилось, шли покупаем. Допустим, борщ за 65 рублей здесь можно прикупить. Можете посмотреть на салатики, разные нарезки. Водочки не хватает, да, мужики? То есть выбор очень большой. И вот радует действительно, что плохих отзывов нету, потому что показываю уже несколько раз эту столовую. Кухня какая вкусняшка. И можете посмотреть еще варианты еды. Столовая большая, люди едят, это самое главное. Помидорки в какую цену? 100 рублей. Огурцы? 65. Нектарин маленький? 150. А вот эти красные? 85. Сливы? 80. Нектарин? 150. Большой персик? 160. Сплющенный персик? 230. Абрикосы? 150. Груш? 100 рублей. Инжир? 250. На пересечении Жемчужина и Горького здесь есть Пандок Кавказ. С Артуром на заставке. Можно поесть шашлыка по 55 рублей за 100 грамм взвес чистого пожаренного мяса. И цены на столовую также можете увидеть. Допустим, борщик здесь 70, грибной суп за 100 рублей. А и готовить для вас вот мясо. Можете увидеть это по 55 рублей без лука, без лаваша, чисто весом. Так все работает. Это... Рады будем вас накормить. Зимний период времени, Артур туда, скорее всего, вернется. Ну, а дальше по аллейке мы двигаемся к морю. Тут мы наблюдаем с вами Фиолетту. У них отдых идет в полной мере. Это место возле Креста. С левой стороны улица Курортная. Здесь еще есть у нас столовая Чайка. Обзор смотрите на канале. И можно было пройти через Курортную и спуститься непосредственно с той стороны, перейдя дорогу по подземному пешеходному переходу. Особенность, если вы пойдете с той стороны, там есть пандус. С этой стороны пандуса нет, только ножками по лесенке спуститься. По пути вас ждет парк аттракционов, в который можно прийти покататься со своими детками. Не надо ходить как бы далеко. Все есть по пути. Встречается вот такой великолепный фонтанчик возле дачи Галсол. Также здесь есть рынок со всякой, кажется, выставкой, продажей разнообразных товаров. И также можно припарковаться на машине здесь, допустим, если вы хотите подъехать поближе, чтобы поменьше идти пешочком. Хотя бы на юге, ребят, надо ходить, наслаждаться, ведь это прекрасно. Здесь везде морской воздух, очень много сосен у нас произрастает. Вот, например, они туи, они делают воздух лечебным, воистину. Смотрите, ребятки, продают вкуснейшие рыбы, раки по 180 за 100 грамм. Холодильники, все есть. От души. Это тоже ребята делают разнообразные развлечения для вас. Ну, а также есть такой детский городок за 300 рублей. Советую воспользоваться питьевым бюветом. Смотрите, на нем написано, что 34 градуса у нас температура. Но почти гораздо больше, ребята. Жара дает очень сильно. Ну, и здесь еще очень много разнообразных развлечений. Тир, дорм-вердомка, контактный зоопарк и есть вот такие батуты. Товары курортного ассортимента здесь есть также в наличии. Мы дошли до такого места, откуда начинается основная пешеходная зона. Здесь люди покупают.
паркуются на машинах, сюда можно приехать. На маршрутке 128 либо 114, если вы отдыхаете на центральном пляже в Анапе, вам там не нравится, приезжайте сюда, в сторону Витязева. Аптека, коктейли, магазин разнообразных продуктов, сладкая вата. Здесь есть все, что вам надо. Также мороженка, напитки на улице, разливное продается. Кстати, вот он. Цены на все эти продукты. Ну и столовая с шаурмой. Ароматы, конечно, вызывающие аппетит. Идешь только что поешь, а уже ничего особо не хочется. Такие вот цены, дорогие друзья. Можете все увидеть. И вот такая вот красота. Симпатично. Люди кушают, отзывы пишут отличные. Это наш местный виноград, ребята, 300 рублей килограмм стоит. Первые дни пошел. Не давить тут, говорят, ну картошка лежит, яблоки не давите. 70 рублей, яблочки 100 рублей килограмм, яблок тоже. 180 абрикосы, 170 нектарины, 180 нектарины покрупнее, 250 килограмм мандарин, наверное, 120 апельсины, по 150 есть виноград. Это не местный, и вот такой вот тоже кишмиш. Дальше огурчики по 120, по 100, и есть по 70 огурцы, картофель, 50 и 50. Лучок, 50. Да, крымский, 150. Капуста, 50. Дыньки по 60, их тоже просят не давить, да. И арбузики, 30, обычно, угу. Необычно, 90, необычно, господи, 90, понял. Самое главное, это вот эта надпись, она стала хитом сезона, проба 5 рублей, халявы нет. И можете увидеть, здесь очень много разнообразных торговых точек, товаров. Привет, как ребятки, подписчики, которые как раз таки и присылали сегодня видео в Телеграм. Им хорошего отдыха. Не забывайте, что здесь есть туалет по 25 рублей. Выпечки у ребят очень много. Выглядит все очень вкусно и аппетитно. Шаурму для вас приготовят. И есть шашлыки здесь. Красота. Здесь на пляже есть столовая номер один. Остается совсем немножко уже до уреза воды, но мы находимся на пляже. Сегодня мы идем еще утро, 10:21, хотя уже потихонечку надо ходить, потому что сильный ультрафиолет до 11. В общем, море покидать, приходить как можно пораньше. Слушайте, еле заполз на дюны, тут такая жаричка вообще. Вот купаются детки в Южной России. Вид, конечно, шикарнейший с наших великолепных дюн.
сможете увидеть пресс на водные аттракционы. Ну, это сам пляж «Жемчужина России». Здесь морешко у нас, в принципе, хорошее, хотя сверху было видно, что на дне немножко у нас присутствует здесь водоросли. Если хотите воду более чистую, идите влево, вправо, хотя здесь она просто великолепная. Водичка просто шикарная, дорогие друзья. Температура моря 26,6, температура воздуха возле моря 30 градусов. Если дальше, то там 37, я думаю, так же, как и всегда, в районе 40. Ну и количество людей, которые здесь отдыхают. Более свободные пляжи. Проходим вправо. Там через полчасика не будет детей и будет огромная полоска берега для купания совершенно свободной. Вам всем желаем хорошего отдыха. Приезжайте, звоните напрямую. А сейчас немножко приветов и отзывов у наших любимых подписчиков. Ко мне пришли ребята на дюну. Это девушка из Беларуси к нам приехала. Также были ребята из Москвы и ребята из Иваново. Всем им огромный привет. К сожалению, у меня не записался звук, я не включил микрофон. Так что ваши города, привет, спасибо вам. Отошел немножко влево, и можете посмотреть, какая здесь чистая водичка. Просто здесь дети используют. Привет, красавчик. Мочи, Петюня. Как отдых? Как отдых? Нормально. Это самое главное. Молодец. Красавцы купаются наши ребятки. Каждый год мы с ним очень много фотографий делаем вместе. Меня вылавливает везде. Ну, если посмотреть, вот прошел чуть левее, здесь становится гораздо меньше. Хотели бы также ворваться, ребята, в море, кайфануть, получить удовольствие по полной программе. Вот это счастье. Ну, что-то, смотрю, не все так активно бегут, хотя должны врываться. Раньше в детстве мы кто первый. Эх, ленивые наши детки становятся, но все-таки есть еще энтузиасты, мы видели, как они туда влетели. Красота. Всем хорошего купания, дорогие друзья.